В Уральце готовится установить российский рекорд по отжиманию от пола. Это событие запланировано на предстоящие выходные, когда Урай будет праздновать День города. Сегодня идут усиленные тренировки. Моя коллега Ольга Ускова побывала на одной из таких. Раз, и два, три. Представители городской администрации одни из первых вышли на тренировку. Необходимо вспомнить технику выполнения отжиманий и слаженно отработать в команде. Сегодня получается первый раз. Раньше занималась спортом. Есть, видимо, мышечная память. Но получается потренироваться, я думаю, до раз 15 получится. Результат каждого очень важен, ведь Урай намерен поставить всероссийский рекорд и зафиксировать его в книге рекордов России. А потому, чем больше раз отожмется тот или иной участник, тем выше цифра. Есть определенные требования, которые выставляют нам представители книги рекордов России. Это необходимо угол 90 градусов в локте. Сегодня у многих он уже есть на тренировке, поэтому некоторых не добирают немножко, но с ними поработаем, еще время есть. В целом, хорошо. За результатами будет следить эксперт книги рекордов России, который специально приглашен в Урай на уникальную акцию. В честь 57-й годовщины со дня образования города жители намерены достичь результат в 57 тысяч отжиманий. Очень рад, что все сегодня вместе собрались и отработали. Кто-то в первый раз, кто-то не в первый. У нас вот утром уже был небольшой кросс, но я считаю, нормально прошло, легло. Завтра опять будем отжиматься. Сейчас мы уже попробовали мужскую команду, смену команды на женскую, дальше еще раз мужскую, дальше индивидуальные. И у нас, мне кажется, стало получаться, наконец, синхронизация удалась. В принципе, ничего, мы команда, у нас все получится. Поучаствовать в спортивном марафоне может каждый желающий, от воспитанника детского сада до пожилого человека. Сегодня заявки подали уже 30 команд, представителей различных предприятий и организаций города. В личном первенстве заявились порядка 250 человек. Урай всегда позиционировал себя самым спортивным городом. Мы доказываем это на различных спортивных конкурсах, эстафетах. Для нас это такой хороший рывок, хороший показатель. Еще раз заявить о себе. Теперь уже в пределах не только Ханты-Мансийского округа, но и России, что мы самый спортивный город Югры. Предварительная регистрация участников проходит на страницах спортивной школы «Старт» в соцсетях. Торжественное открытие праздника состоится 25 июня в 10:30. В 11 часов начнется отсчет 8-часового марафона. Ура! Идем на рекорд вместе! Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.